У нас я нечаянно выключил видео из-за того, что я увидел одного аиста и. Я видел одного аиста и хотел вам показать и нечаянно нажал. Поэтому это уже второе видео. Я, может быть, еще вам покажу получше, когда мы будем уезжать уже отсюда, но мы вроде уже будем уезжать, нет, ночью. Но вы еще увидите много разных интересностей. Например, мы, наверное, поедем к лошадям. Там их очень много будет. Вы посмотрите. А сейчас я подробности ничего не буду говорить. А пока досматривайте. Ну, как бы все окрестности, очень красиво. Есть какая-то деревнюшка, что ли, не знаю, что. Вот уже такой вот лесочек. Мы можем увидеть коров. Можем, надеюсь. Вот видите, вон там такие холмышки. Это сено. Там миллион, наверное. Это очень много. Знаете, то, что это очень много, но приходят там все коровы, наверное, все в деревень, поэтому там много такого сена, не знаю, для чего оно. Такие, такая деревня. Это не наша деревня. Вот какой-то белоснежный дом. Весь белый. Такой лесок. Кстати, я только когда приду, выложу вот это все, вот эти все видео, только когда приеду домой. Так что ждите эти видео, так что эти видео выложу только, значит, завтра. Вы не сможете, наверное, их сразу увидеть. Снимаю я сегодня. Если вы увидите завтра, так что снимал я вчера. Все чисто, да, никого нельзя. Тут есть уже и деревья, небо, деревья и трава. Все так, что прям, не знаю. Какие-то же штуки, не знаю, это вроде...
Родил. Футбольная еще в Бразилии зима команды свою ставит он до бринчи. Бразилия, Германия. Что? Редкий штукна команда на капитана Неймар Карте. Еще чего на Нигерии зима солда. Скажите, вы забыли играть в Бразилии на Нигерии? Что? И ты только про бронзовый медаль в Лагане Бориде. Сегодня? А, и сейчас мы будем спускаться. Бурный бардак у Зандова до 20 градусов с тегвалью паркурсна кельгенде долларов. Мы сейчас спускаемся. Евро и лучше 8 паром. Это Диен Артур Халяк в Емонах парка смотрят. Сәт сойыл кейін ойнар актуаль хабарлар. Уақиға орнаттан репортажлар. Біз сіздің мәнфағатты байғыртып үшлейбіз. Маршыған проблемалар болса, жолдырадыңыз. Емалықлар қызметі телефоны 575-50-90. Такие дела. Сейчас мы, наверное, уже доезжаем в нашу деревню. Моя душа, душа предприятия сидит, душа мне казана, а не куда кима. Мне кажется, уже надоело, наверное, смотреть на одно и то же, на деревья, на небо и на траву, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока! Спасибо за просмотр!